Ну, 32 дюйма, 2К это такое. Не знаю. Вот я сейчас сижу, мне 27 немного маловато, потому что я его отодвинул. А, тестил этот G7, когда? Вот он мне прям вообще зашел. Я его тоже в PUBG тестил. Батя на разборку просто пришел. Спотать тяжело. Ну, блин, я говорю, ты тестил 2К, а у меня будет 4К. Разницу чувствуешь? На 2К плотность пикселей другая. Соответственно, то же самое, что на Full HD на 27-дюймовом играть. Тоже кажется, что все, блин, очень-очень большое. Потому что тебе приходится близко к монитору сидеть, чтобы что-то разглядеть. Спасибо за фоллоу. You know, блин. А если я вот тут шар вызову? Тут нельзя развернуть шар, пишет. А почему? Я же под открытым небом. А вот развернулся. Откуда этот коллаж? Новый какой-то. Это берил лежит. Так, где меня не зацепит? Я просто хочу не улететь, а... Ну, вы поняли, короче. Передислоцироваться хочу. Я же уже объяснял, конкурентов нету, Алёт. Алёт — это топ-мониторы. Но я тестил G8, а следом тестил... точнее, перед G8 я тестил... Проще заспреить его. Перед G8 я тестил Asus ROG. 2К 240 Гц, 27 дюймов, 0,3 миллисекунды отклик. А потом пошел тестить G8 4К 240 Гц бей. И не особо как-то этот почувствовал разницу. Еще одного в бан отправлю, подождите. Почему он слава с салом перепутал? Я что-то не понимаю, блин. Что за негатив такой, чат? Зачем вот это тут
писать, не понимаю. Пытается доказать. Пися я в чат. Выхожу, убиваю вот этого типа. Везде выгорают пиксели. На лед тоже выгорают, и что? Монитором теперь не пользоваться вообще? Сучка. В итоге будешь обратно брать G7. Я, блин, вы чё, камон. Я же говорю, я G8 беру. G8 Odyssey, 4К монитор, 240 Гц. Должен, по идее, на следующей неделе прийти. Примерно где-то к среде, может быть. Может, во вторник. Завтра, послезавтра, другими языками. Языком. Ты москвич? Нет, я петербуржец на данный момент. Что ж ты за человек такой, а? А, он его убил. Найс. Чё, как пострелял мужчина? Ему просто в спину чел подкрадывался, он по мне спрейт начал. Ну, стрелять, вернее. Смотрите, изи байт, короче. Беру, вот так вот делаю. Чел пикает в окно, и я его убиваю спреем. Я, кстати, в красной зоне нахожусь. И надеюсь, тот чел не успеет перебежать куда-то сюда. Как будто бы в меня летело даже. Немножко. Как будто бы я его убью сейчас. Вот этого я как будто бы убиваю, если честно. Широкоформатный нет. После 50 просадки нормально. У меня тоже бывают просадки. Я умер. Нет, не умер. Безобразный обманщик. Сто 50 херня вообще. Мне на просадке вообще похеру, если честно. Он себя сбил. А вот это где у меня? Мужчина.
Ладно, давайте на ноге уйдем, короче. На мопед мне не сесть, чел где-то засел просто. И мне в итоге теперь нужно каким-то образом. Блин, я не хотел его скипать на самом деле. Будет смешно, если он до сих пор где-то там сидит. Зона далеко. Вообще мне нельзя скипать, по идее. На самом деле. У меня по этой дороге еще поедут люди. Я думаю, что я тачку заберу. Как минимум вот эту синюю. А у нас в городе я. Брал. Он сел! Ошалеть. Ты умираешь, дядя, там. Чуть выше поднимусь и убью. Вот сейчас. Ну, как я и говорил, мне нужно забрать вот эту тачку. Я должен изи сделать. Ну и все, всех раскатил, всех убил, все хорошо, молодец. Молодец. Одним словом. Ну ты еще кто? Давай еще от зоны откисни сейчас. Я ему в пузо дал, да? Вроде как. Он от зоны откис. Как я и говорил. Как я и говорил. Зона, кстати, прикольная. Плюс-минус. Что двигаешь за монитором? Треугольник от провода. Видишь, по проводу подключил. Мышка разрядилась. А что такое было? У меня чел наверху. Я где-то стопнул в каком-то месте, не очень благополучном, так скажем. Чел по кому-то стреляет еще. Велик.
О, нифига, у меня дроп тут падает. Я даже не видел, что у меня тут маяк какой-то. Так это я успеваю еще. А, он за. Понял. Чел через меня поедет. От зоны сдох. Это Т3 чел был. Этому можно колеса пробить. Нет, он уезжает. Вот этого можно убить. Промазал. Еще раз промазал. Попал. И второй раз попаду. Он подпрыгнул под патрон. Но он дальше бежит. Нет, он лег. Мне надо Т3 забрать. Там за синькой у меня типа еще дерутся. Ну, четвертый не так сильно бьет, поэтому, в принципе, нормально должен жить. А, нет, это не Т3, что у меня. А что, он дроп не залутал? Или что? А, у него дроп на крышу упал. Ха-ха! Жестко. У него дроп на крышу упал. Не повезло, не фартануло. Сначала вроде на гору лезет. Это кактус у меня, да? Это кактус. А вот это не кактус. Не забывайте, ребят, лайки прожимать. Пожалуйста. Он опять с хитом побежал. Нельзя дать ему выйти. Сзади меня тут никто не придет же. Двадцаточку делаем. Мне надо позицию какую-то занять нормальную, плюс-минус. А быстрее этого убить. И получается, у меня еще и тот чел какой-то.
Ну что, жду, пока выкурит. С хитом. Без хита. Попал. Третья каска. Ушел. Побежал. Попал. Убил. Вот тут еще чел у меня был. Ну, лишь бы сверху никто не пришел. Меня только этот момент волнует. Два сота чел. И Т3 чел меня еще волнует. Который в кемпе. Ну и где-то еще есть один, получается. Чел. Которого мне нужно найти, да? При увеличении коллиматора отдача больше, но я не юзаю. Мне не нравится. Лайки, друзья, лайки прожмите, пожалуйста. 100 лайков и в рекомендации трансляция выходит. Спасибо. Буду признателен. Ну и все, у этого чувака зоны нет, у меня зона есть. По идее. Попробую сразу за дерево закинуть хае. Я попал. Мне надо вот сюда куда-то встать немножко. Еще раз попал. Все, я в центре. Выигрышная. Еще раз? Нет, не попал. Хилится. Значит, попал. Ну его зона выжимает, у него единственный вариант мне в голову попасть. Но что-то мне подсказывает, что он не попадет. Хорошая, 23 фрага, да? Профессионально? Отлично, хорошо. Вот так вот. Лайки ставьте, не забудьте подписываться. Ну и комментарий киньте под роликом.